Одет. Налево. И дошла таки шайба. Нет, не дошла. Нет, да она не должна была пройти. Там два против одного. Выход. Момент у Рижского «Динамо» и великолепное завершение Хантера Шинкарука. Не зря сегодня он мог забить и второй свой гол еще в первом периоде. И вот теперь наконец-то это сделал. Вот почему это произошло? Потому что выход 2 против 1, а там Адет, нападающий, оказался на месте защитника и совсем не разобрался, куда ему ехать. Получилось так, что там практически 2 против 0. Но Шинкарук молодец. Дубль, да? Да, все верно. Да, хорошая была игра, и тут вот за что, видите, я бы хотел похвалить, за то, что они все-таки овертайм играли в атаку. Понятно, там провалились, вот этот вот выход, Адет, конечно, не разобрался. То он поехал на игрока владеющего шайбы, то поехал на Шинкарука, но тогда надо было до конца уже с Шинкаруком играть. И, ну, понятно, если бы там был защитник на этой позиции, там он совсем по-другому бы сыграл. Но здесь нападающий, мало того, что нападающий еще и такого атакующего плана.